Привет, народ. Так, вот мы испытаем разветвлитель, который включается в прикуриватель. У меня разветвлитель фирмы Supra. Так, получается, тут два, ну как бы два таких тоже, так сказать, прикуривателя, но сами эти розеточки нельзя прикуривать, включать. Только потребитель, регистратор, навигатор. Или вот как я в данном случае буду использовать USB-шник, вход для того, чтобы зарядить телефон. Ну, как я не помню, говорил, не говорил, необходима машина, чтобы была заведена или замок зажигания включен. Вот у меня сейчас замок зажигания включен. Вот видно, что подсветочка там какая-то есть. Так, ну пробуем USB-шник. Честно говоря, не знаю, заряжается, не заряжается, ввиду того, что я и записываю здесь. Так, давайте попробуем регистратор. Так, регистратор, вот, ну. Так, а вот регистратор включился. Ну, вот, видно, индикация появилась. Так, а вот это гнездо. Ну и в это тоже видно, что светится. Так, ну вот эти клеммы рабочие. Вот у меня вот этот разветвлитель, он еще получается, можно вот такие положения. Можно его так, например, сделать, если ничего не включается, чтобы не мешался. Или развернуть еще, или так. Так, ну работает. Так, ну давайте попробуем вот этот китаец. Вот это полный китаец. Блин, за 100 рублей. Это стоит где-то 320 разветвлителя. Это чисто для USB. Так. Не хотит, выскакивает. Так. Лампочка не горит. Хотя зажигание включено, лампочка не горит. Получается, или данные, так сказать, данная приблуда не рабочая. Или сгорел предохранитель. Предохранитель находится вот здесь. Ну что, вывод какой? Супра. Вот такой вот разветвлитель. Получается, можно вот двойной для этого USB-шника. Работает все нормально. Как говорится, фирма. Вот. Ну, кто хочет, может, там в другом видео у меня есть. Полностью об этом рассказывал. Но вот это китайский друг не работает. Ну, будем разбираться, в чем причина. Ну так что, ребят, всем рекомендую пользоваться разветвлителями, потому что не всегда бывает возможность все воткнуть, если необходимо одновременно регистратор, навигатор или еще что-либо, также зарядное устройство для телефона. Ну все, всем пока, до встречи.